Как тогда учиться писать, читать, если учитель не пришел? Такурам нравится прославление. А два дня у нас не было киртана с вами, поэтому такуры не слушали. А такурам нравится, когда их прославляют. Поэтому надо строго следовать. Если уже решил выполнять севу, севу надо выполнять стабильно. এই গুরু কবির মিল ধরলে যদি ভগবান মিলে যায় সে তো সবাই গুরু হরি দিব দূর বাবা যে হইলে যে ভগবান মিলে যায় সে তো সবাই বাবা যে হয়ে যাবে মাতা মুন্ডাইলে বাবা যে হইলে দম দণ্ড এড়ানো না যায় বাবা যে বাপস কঠিন ব্যাপার বাবা যে হইবার জন্য ভান্ডারা খাইবার জন্য বাবাজি বাবাজি ওখানে ভান্ডারা খাবো Сейчас люди, то есть статус Бабаджи должен быть строже, не для праздников и еды. Это очень сложный обет. Всегда совершать саду нама санкиртан. Прокрити, шамбаши, вайраги, нагори даршан. Махапрабху сказал, если ты с Бабаджи, тогда ты должен быть остреченный, строгий. Саньяси не должен даже видеть женщин и разговаривать с женщинами. Махапрабху сказал, если такой саньяси есть, который общается с женщиной, я не буду с ним общаться. Сейчас много бабаджи ходят с праздника на праздник, но это не настоящее отречение. Это не тот баджан, который должен быть. Для того, чтобы по пирам ходить, надо было остаться грехасхой, привязанной к женщине, наслаждением, с множеством забот, мирских дел. Тогда надо оставаться грехасхой. А зачем ты принял тогда бабаджи вешь? Это ложное отречение. Свои привязанности и наслаждения мирские надо оставить, когда принимаешь саньяс, вибаджи живешь. Нужно быть отреченным от всех, от всего материального. Но грехасхи тоже достигают Бхагавана. Махапрабху было много учеников грехасхи. Махапрабху тоже приходил к грехасхам вкушать, проводил киртан в доме Шивас Пандит. Почему материальные желания остаются у бабушки? Такого быть не должно. Есть великие сиддха бабы, совершенно преданные. Вот с них надо брать пример. Бабаджи не просто так принимают. Если ты не можешь отреченным быть, то будь грехасхом. Если ты принял Бабаджи Веш, это еще не гарантирует тебе достижение Бхагавана.
Это еще не защитит тебя от палки и Махараджи. Нужно... Ушел из дома, это еще не значит. Нужно быть отреченным по-настоящему. Вот что имеет в виду Махапрабху. Поэтому ложное отречение, оно не имеет ценности, оно бесполезно. У нас будет Бхагавата Катха с сегодняшнего дня, чтобы все поняли. Сейчас она на санскрите, Катха. Это сложно понять, но здесь комментарии на бенгали. А бенгальские комментарии мы уже хорошо понимаем. Это в храме Гададара Чинтани нашли эту редкую редакцию. Все на бенгали, кроме текста стихов. Vandeham Sri Guru Sri Yuta Pada Kamalam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Upam Jagrajatam Rahavana Raghunatan Nitam Tam Sajivam Sadvaitam Javadutam Parijana Sahitam Sri Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Prabhupada Lalitan Sri Vishakaritam Sya Ajaru Lambita Bhuja Panakamodato Sankirtanaika Pitaro Kamalaya Tarka Vishambaro Dijavaro Yugadharma Palo Vande Javat Priyakaro Karuna Avataro Namastrikalo Shaktaya Jagannata Shaktaya Chom Svavrittaya Prabhutraya Sakalottraya Te Nama Vahara Pira Virama Mrigamata Tilakam Kandala Kranta Gandam Kanjamskam Kambupantam Samita Shubhavam Kam Sajarana Stavenum Svavam Shantam Trivangam Ravigara Vashanam Bhushitam Vajanta Vande Vrindavanastam Yuvati Satavritam Brahma Gopala Vesham Ришигон, какие вопросы были? Риши задали вопрос сути Госвами. В эту Кали-югу. Что нам делать? Когда Бхагаван Шри Кришна ушел, завершил свою лилу, тогда... Как его милость останется в Кали-югу? Что делать в Кали-югу после ухода Кришны? И вопросом Сунаки Риши Сута Госвами был очень доволен. Он прославил их вопрос. Почему он их прославил? Потому что этот вопрос связан с Кришной, с Бхагаваном. Саду счастливо слышать такие вопросы. Если нет вопросов, то не будет обсуждения Кришны. А задали вопрос, теперь можно много рассказать о Кришне. Гуру и Вайшнава. Не просто так нужно сидеть, нужно спрашивать их.
И услышав их вопрос, Сута Госвами был очень рад. Замечательно. Благодарность тебе, тот, кто спросил. Здесь говорится о Шукадеве Госвами. Когда он пришел к отцу, отец был Вьясадев, он переживал в разлуке с Шукадевой Госвами, когда тот ушел в лес. Шукадев Госвами, рассказчик Бхагавата, вначале жил в лесу. И здесь выражает Сута Госвами по почтению Шукадеву Госвами. Мы уже слышали историю о Шукадеве Госвами. Этому Шукадеве Госвами, который жил в лесу, отречен от всего, по поклону, поклон ему. Вы понимаете? Или нет? Это Бхагавата Шастра. Сколько есть книг, описывающих дхарму для хинду? Шримад Бхагаватам — это сама суть всех Вед и Пуран. Мы уже говорили, что есть дерево манга, но дерево приносит эти сладкие только плоды, эти фрукты на дереве. И Бхагаватам и есть такой сладостный плод. Бхагавата Пурана превосходная. Почему она превосходная? Все очень тайные темы объяснены, которых нет в Пурана. Это очень ценное объяснение. Обсуждая эту книгу, изучая ее, вы узнаете суть всех Вед. Мы не изучаем Веды, но на самом деле это ведь основополагающие книги для хинду. И если мы не изучили Веды, изучая Шримад Бхагаватам, мы изучим всю суть Вед, всю суть философии религии хинду. Потому что в Бхагаватам все это объясняется. И если зажигаешь факел ночью, тьма рассеивается. Мы находимся во тьме невежества. Вот это Бхагават, это свет, который рассеивает всему невежество. Надо слушать Бхагаватам, обсуждать Бхагаватам, и сердце наше засияет. Эта книга когда тьма невежества будет рассеян от света, слушание, изучение Бхагавата избавляет от тьмы наше сердце. Слушай изумительные истории Кришны. Это приносит нам прему. Это несравненное благо нам дарует. Мы все хотим блага. И вот Бхагавата — это есть то, что дает благо. Слушание святого имени, Бхагаватка, мирская болтовня бесполезная. Сансара — это очень темное место, где мы находимся.
Майя все погрузила в Атьму. Без перед приходом Нитьянанды все люди во тьме. Махапрабху сказал. Нитьянанда. Все люди в невежестве. Слепцы. Глаза-то у нас видят. Глаза видят, но Бхагаван это не видит. Не видит путь блага, путь преданности. Как получить благо, они не понимают. Они видят только мерзкие объекты. Бхагавата что делает? Когда тьма невежества будет рассеяна внутри, тогда мы сможем видеть Бхагавана. Чтобы спасти живых существ, пролить на них милость, поэтому Бхагаватам проявилась в мире по милости Шукадева Госвами, сына Ясадева. Предайтесь Шукадеве Госвами, примите его как гуру. И изучая Шримад Бхагаватам, будьте преданными Шукадеве, и тогда вы быстро спасетесь из сансары. Майя становится служанкой. Посмотрите, Харидас Такура, она пришла служить. Мама Майя Дуратия. Невозможно победить Майю Бхагавану. Только лишь предавшись ему, мамекам шаранам, те, кто предается его стопам, те, кто слушает Бхагават, они могут превзойти Майю. Понимаешь? Noro Norottam Narayan Yadodishkanti Devotam Devi Saraswati Yashakti Vyas Почтение Нараттаму Сарасвати Вьясадеву. Yadikoke Pranam Koriya Ei Granto Arambho Kora Hoilo. И начинается. Я выражаю им почтение, и мы начинаем Бхагаватам. Дальше молитва Гуру Иштадеву. Прежде всего нужно выразить почтение Гуру. Когда начинается киртан, вначале надо Гуру киртан сделать. Если без Гуру ты будешь поклоняться Гауранге, ты не сможешь спастись. Никакое ни сева не будет, может быть без милости Гуру, без предания Гуру. Омуни, Сонакам, Омуни, другие. Вы задали вопрос о Кришне. Это непревзойденно. Прекрасно. Вопрос, который он задал, это вопрос, который ведет Кришна к Адхи. Это самое лучшее. Благодаря этому вопросу благо получит весь мир. Вы задали вопрос, я вам отвечу на него. Мир получит благо. И ваши умы будут счастливы. Умы успокоятся. Тройственные страдания уйдут. Тройственные страдания мучают людей. От других существ, от девот, от наших собственных мыслей страдания. Все люди страдают. Абонара дигаша куриасилен сар дормоки.
В чем суть дармы? Вы спросили. Сонака Риши, вы спросили, в чем суть дхармы, в чем суть духовности. И наши Госвами сказали, пусть святому имени милость живым существам Вайшнава Сева. Никакая духовность не может быть таковой без святого имени, без вкуса к святому имени. И также за милость, доброта к другим живым существам и Вайшнава Сева. Что значит Вайшнава Сева? Когда Вайшнав доволен нашим служением. Что, в чем суть духовности, самая суть? Слушайте. Он говорит мудрецам на Мишаране. Благодаря этой духовности придет бхакти к Бхагавану. Слушая эту катху, в ваших сердцах появится бхакти, которая станет премой. Вы предадитесь тогда Бхагавану. Мы еще не предались Бхагавану. Вот здесь говорится, эта катха, она приведет к бхакти Бхагавану, к премии. Не останется пут материальных желаний. Это дхарма, это духовность освобождает от материальных желаний. Материальные желания заставляют тебя рождаться. Эти желания дают нам рождение. Желание есть, снова рождать. Нет желания, нет рождения. Нужно оставить желание и совершать баджи, чтобы... А, Гуруджи, тин баша, Гуруджи. Не должно быть и тени, и желания. Что может меня здесь привлекать в этом мире? Преследуя желание, я попаду в крематорию, где меня будут жечь. Куда нас приведут наши желания, если мы не оставили их, не совершаем баджан? Выбрось даже тень этих желаний. Освободись от них. Тебе, смотри, ведь тебе дают пищу, тебе есть что читать. Слушай, зачем тебе многое надо? Что пришло, то пришло. Что ушло, то ушло. Зачем ты держишься на все это? Ты будешь, чем больше накапливать будешь, тем больше будет беспокойств из-за этого накопленного. Нет смысла в этих материальных желаниях и устремлениях. Не сохраняйте материальные желания. Тогда мучения тебя не ждут. Если у тебя нет желаний, ты не привязан. Откуда будут страдания? Страданию нет места. Тогда придет полное умиротворение. Если ты свободен от желаний, привязанности, ты будешь умиротворен. У тебя не будет настроения. Это мне надо, то мне надо, вот это я потерял. Все, ты будешь свободен от таких мыслей.
Материальные желания порождают беспокойство. Если нет желаний, ты будешь умиротворен. Зачем эти материальные желания? Они ведь так мучают. Зачем за них так держаться? Мы будем всю Бхагаватам изучать. Всю. Пока я жив, будем всю изучать. Джай Гуруде. Каждый день. Не санскрит у нас. Есть комментарии на бенгале. Бенгали сейчас все понимают. Постепенно слушаем и понимать будем лучше. И тогда придет умиротворение, когда освободимся от желаний. Это и есть высшая духовность для человека. Мы говорим дхарма, дхарма, религия, духовность. Но суть дхармы в бхакти, Бхагаване. Захар бхакти джанме, дар Бхагаване бхакти асе. У кого есть бхакти в Бхагаване? Горнитая, Рада Говинда. У кого есть бхакти? Такой человек, слушая хоть немного Харикатхи о Бхагаване, у него приходит вкус и отречение. Что такое отречение? Это значит свободен от привязанности. Не нравится, безразличие к другим вещам. Нет привязанности к этим желаниям. Откуда это отречение? Слушая Харикатху, придет отречение. Откуда будет умиротворение без отречения? Нет отречения, нет покоя. Тот, кто достиг вайраги, отречения, у него нет и тени материальных желаний. К такому отречению нельзя прийти через отречение разума. Должно быть отречение души. Благодаря без вкуса к Харикатхе твое отречение будет поверхностным. Тогда, когда слушаешь с открытым сердцем Харикатху, у тебя будет бхакти. Слушай Харикатху. Нужно говорить о том, что в Бхагаватам. Вся остальная болтовня бесполезна. Слушай Бхагаватам, ты обретешь бхакти Бхагавана. Вот у нас есть Рада Говинда, Нитай Гаура Ситанавси, Гарадарши, все рядом здесь. Есть у нас к ним бхакти. Мы не знаем их славы, поэтому у нас нет бхакти. Мы не знаем Нитая, поэтому у нас нет такого бхакти. Нужно слушать. Если мы будем слушать, то будет бхакти. Если мы узнаем их славу, иначе откуда будет бхакти к ним? Далее. Если есть какая-то религия, которая не дает бхакти к Бхагавану, она бесполезна. Можно попасть на сваргу, но ты можешь попасть на сваргу, слушая про райские планеты. Но все продолжится. Значит, потом продолжится рождение и смерть. Никуда это не денется.
সে পুণ্যের ফলে স্বর্গলাভ হয় পুণ্য চিরদিন, потому что положение на райских планетах не вечно. Запас кармы закончится, и ты пойдешь оттуда. Можно проводить разные служения людям, браманам, людям раздавать, можно попасть на райские планеты. Но снова придется пасть оттуда. Махапрабху нас туда не пускает, потому что там нечего делать. Если у тебя появилась бхакти, отречение само собой придет. Потому что ты поел, у тебя сила, и ты сытый. Когда мы кушаем, мы избавляемся от голода, приходит удовлетворение и сила. Те, кто совершает Кришна Бхакти, к ним приходит отречение. Кришна Бхакти, вот самое главное. И такой человек, он начинает понимать, кто он, что он джива. И также он начинает осознавать Бхагавана. Что Бхагаван всегда рядом с каждой дживой. Сколько есть движимых, недвижимых существ. Рядом с каждым параматом. Гьяни говорят, что это апаварга. Но это самое начало бхакти. То есть бхакти это самое начало. Осознавать себя и присутствие Бхагавана рядом. Некоторые книги прославляют религию как материальное процветание. И это материальное процветание порождает привязанности, материальные желания и повторяющиеся рождение и смерть. Это так называемая религия. Это ни в коем мере не духовность. Это бессмысленная вещь.